Прием, уважаемые подписчики и подписчицы наших каналов. На связи, как всегда, я, профессионал Шадимен, и маленький Нубик. Привет, друзья! И сегодня мы вместе с Нубиком оказались посередине какого-то кладбища. Гуляли мы по миру Майнкрафта и просто пришли сюда и офигели от того, что здесь находится. Но еще больше мы офигели от того, что здесь находится какой-то гигантский кактус и гигантская желтая колючка. И возле них находятся сундуки. Только кому какой домик сегодня достанется, конечно же, снова будет решать жеребьевка. Ну и по традиции, Нубик, я бы хотел тебя спросить, какой из домиков тебе нравится сегодня больше? Сегодня желтый домик больше. Почему? Да потому что он какой-то высокий, не знаю, там много этажей там. Ладно, я понял, по-моему, в этом кактусе тоже. Мне без разницы как-то, честно говоря. Не, мне кактус на самом деле больше нравится, уж он как-то поаккуратнее смотрится и тому подобное. А также, друзья, те, кто из вас еще не подписан на канал, либо еще не поставили лайк под этим роликом, прямо сейчас влепите лайкос для того, чтобы каждый лайк помогал нам справиться с каждым зомби, который будет приближаться к нашей позиции. В общем, и один лайк равно один алмазик, найденный вами в Майнкрафте. Все, теперь точно станете самыми богатыми богатеями. Так, ну что ж, пойдем активировать рычаг. Сегодня активируешь ты. Вот, потому что в тот раз тогда был ты, потом был я, сегодня снова ты. Давай. Желтый лист — это колючка, зеленый — это кактус. Все, давай, поехали. О, тебе кактус выпал. Я понял. Мне выпадает желтый листок, и, к сожалению, Нубик, сегодня у нас с тобой, конечно же, немного по-разному. Все будет? Так, а что на улице так темнеть быстро начинать? Я не понимаю. Ладно, пойдем. Давай, скорее. Действительно, что на улице как сегодня... Ух ты, слушай, у меня какие-то магические соки здесь непонятные, прикинь. У тебя есть что-то подобное? Нет, у меня... А, да, у меня какие-то зеленые соки. И что там, как он называется-то? Ну, я не знаю, там по-английски написано, я не умею читать. Понял. Слушай, у тебя, по-моему, кактусовый сок попался, представляешь? Да. Ничего, нормально. Кактусовый сок, это, по-моему, очень даже прикольно. Так, сегодня по традиции я буду делать, получается, вентиляторы. Вот. И попробую сделать так, чтобы они мне снова сегодня помогли, потому что в прошлый раз, когда я ставил эти вентиляторы... А что так быстро темнеет? Я не понял. Мне они очень помогли. А вдруг так. Мы не успеем? Я не знаю. Ты представляешь, что может в полночь произойти там на кладбище? Мне кажется, могут какие-то призраки появиться, восстать, и будет очень страшно. Так что зомби! Давай с тобой реально... Всякие скелеты, зомби, может быть. Вот именно. Давай тогда быстрее торопиться будем. Все, давай. Я расставляю, в общем, колючки. Давай, расставляй. Я пока что вентиляторы поставлю, потому что, еще раз повторюсь, в прошлый раз, когда я их ставил, они капец как помогают просто. Так, и колючки, конечно же, я тоже поставлю. Яблочки. Сейчас я немножко очень приголодался, вот пока мы давай, шли. ешь на всякий случай, а то мало ли, может быть, действительно сейчас шума раньше времени кто-нибудь появится. Чё? Ой-ой-ой-ой-ой, я не понял, что за фигня? Что за фигня, Нубик, беги, спрячься внутри дома. Фух, Нубик, капец, меня чуть не завалили, еле успел яблоко съесть. Слушай, это будет сегодня тяжело, посмотри, действительно, из этих могил просто восстают какие-то скелеты, будь аккуратнее, ладно теперь? Да, я вообще ничего не понимаю, что происходит здесь у нас. Ну ничего страшного, слушай, надо все равно сейчас нам немного спуститься, буквально немного достроить нашу защиту, потому что я даже колючки не успел расставить, вообще ничего не успел сделать. Как тебе, эти, я у нас... Тоже... Да что ж такое-то? Чуть-чуть колючки оставил, так и не успел. Вообще странно, очень страшно сегодня. Ой, я к тебе назло, хочу. Назло, у нас еще при этом еще вообще ничего нет. Я не знаю, там... То есть, никаких блоков, не знаю, там этих еще нет. Получается, брони никакой нет, и будет действительно, походу, очень даже сложно. Да. Так, ладно. Главное, постоянно есть золотые яблоки, тогда будет все в порядке, наверное. Это что-то какая-то оборона башни против скелетов сегодня получается. Что за фигня вообще? Я такое вообще не планировал на самом деле. Так да. Это идите вы нафиг отсюда. Слушай, мне это не нравится вообще никаким образом. Походу, мы с тобой не успеем. Я такого даже не ожидал. Ешь яблоки побольше. Так, сейчас я, погоди, буду из этой штуки стрелять. Так, нате отсюда, получайте вам. Слушай, это была плохая идея, походу, сегодня здесь спрятаться. Так, как же мне иголки-то поставить? Так, ладно, я попробую сейчас сначала на свою башню... Нет, я не смог сюда перепрыгнуть. Я ухожу отсюда, нет. Фух, капец, Нубик, подстрахуй меня, пожалуйста. Помоги, стреляй в меня. Я Ой, не в меня, только в этих, в мутантов стреляй, я имею в виду. Стреляю.
Ай-яй-яй, отойдите, мутанты! Нубик, помогай, я хочу в дом зайти. Все, я в защите, Нубик. Все, спасибо большое. Слушай, ладно, давай прячемся, короче, ждем. Походу, сейчас у нас с тобой сегодня правда не получится ничего. Это просто форс-мажорная ситуация какая-то. Ждем тогда, когда появится уже волна зомбаков. Мы правда не успеваем с тобой. Это какая-то самая настоящая судная ночь получается. Смотри. Вон и армии зомбаков уже пошли, капец. Нет, только не это. Я не знаю, что мы сегодня будем с тобой делать, но это перебор, по-моему, какой-то. А что не ко мне идут? Кого фига не ко мне все идут? Отвалите-ка от меня, слышите? Так, надо, чтобы скелеты начали стрелять в зомбаков, и они тогда друг с другом воевать будут. Ты же знаешь, что можно так сделать? А как можно так сделать? Надо, чтобы как-то скелеты случайно попали в зомбаков, и тогда начнется война среди всех этих мутантов. И тогда, в принципе, у нас есть шанс на то, чтобы мы с тобой сегодня сможем выжить. Да, потому что пока что все идут на меня. Идите-ка вы нафиг отсюда, правда? Капец, я стреляю в этих скелетов, они просто в пыль превращаются. Они разваливаются на свои маленькие там косточки. Вот эти штуки все непонятные так. Так, нифига, нате, с вам из супер винтовки получайте. Надо было гранаты еще. Сейчас я посмотрю, у меня вдруг гранаты найдется. Давай, нет гранат? Зэх, жалко то, что нет, потому что нам бы эта штука очень помогла. А у тебя какого цвета, кстати, зелье? Ой, точно, у меня же магический сок есть, я забыл про это, у меня магический сок, у меня желтый такой. Вредно ведет мне этот зеленый сок. Да нет, не должно быть. Как-то вы сок, они в реальной жизни существуют, так что не бойся. Мне кажется, все будет нормально. Да что ж такое-то, они все идут. Я попробую выпить его. Рискну. Давай, попробуй. Заодно скажешь, что там у тебя произойдет, что с тобой вообще случится, не случится. Ко мне так, ну как там у тебя? Скорость добавилась. Скорость? Ну вот, отлично, я же тебе говорю, что все в порядке будет. Слушай, к тебе зомби вообще не идут, да, насколько я понимаю? Потому что у меня тут такая толпа скопилась, то что я... Слушай, попробуй как-нибудь ко мне немного сместиться, не знаю, потому что мне нужна твоя помощь. Я с одним пулеметом, мне очень тяжело тут справляться, знаю, а ты там... Не... Может, ты ко мне прыгай на это здание. Как-то. Какой к тебе? Прыгай сюда, на это здание, ко мне. Я не могу. Вот ты сыкло, конечно. Ну, хотя нубики, они все сыкуны полные. Ладно, тогда сам это сделаю. Все, давай сюда. Сейчас они должны сюда, по-моему, пойти. Давай, помогай стрелять только, потому что мне одному реально очень тяжело как бы с ними со всеми справляться. Может, ты ко мне вот она. Перелетишь? Не-не-не, все, я дальше уже не допрыгну к тебе, я рисковать точно не буду, потому что эти мутанты, они просто повсюду, они восстают из этих штук своих, это невыносимо, честное слово, нас только утро сегодня спасет. Это правда невыносимо будет, слушай, бесконечная ночь, когда уже луна наконец-таки это уйдет за горизонт. Я тоже хотела это сказать, когда уже наступит день, рассвет. Не знаю, но тут такой пожар начнется, когда солнце появится. Ой, там какой-то просто... маленький зомбак, очень маленький какой-то ребёночек. Вали всех этих зомбаков, они все тут одинаково, они хотят нас съесть. Ребёночек какой-то, нет. Нубик, стреляй, пожалуйста, ты это, поменьше слов, больше дела, потому что вот они все снизу тут стоят. Они вообще не уменьшаются здесь. Вот налево стреляй с помощью пулемета желательно, потому что из какой-то из маленькой... Да, и ты с какой-то маленькой пуколки там стреляешь, она толком-то даже это, дамага никакого не наносит. Так, вот. Давай, попробуй какой-нибудь давай огненно, я пулеметом буду стрелять. Давай, вали их. Сейчас мы до всех загасим. Слушай, капец, тут столько опыта снизу валяется. Мы с тобой сейчас самыми опытными игроками. Ты, наверное, сейчас после этой ночи станешь профессионалом. Ты опыта наберешься в прямом смысле этого слова, короче, по всем карманам распихаешь и станешь действительно самым опытным профессионалом. Ой, меня толкнул кто-то. Кто? Не я. Я в тебя даже вообще не... Там к тебе стрелы стреляют. И яблоки, главное, не забывай есть, потому что... Что-что, но все-таки стрелы, они больно достаточно бьют. Ай, вот только что меня попали. Только сказал, в меня попали. Фух, капец. Бесконечные скелеты. Я вообще, блин, откуда вы сегодня... Я не знаю, главное, что вот эту основную толпу здесь завалить. Их тут просто миллиарды скопилось. Ну-ка, я боюсь спускаться низу, потому что меня стреляют очень сильно. А я боюсь на здание прыгнуть, вдруг упаду. Не, ты не прыгай, лучше не рискуй, на самом деле, это будет слишком опасно. Потому что я даже боюсь этого делать. Ну, а чего вам получается? Все, слушай, они прямо снизу моего здания стоят. И я в какую-то кучу стреляю, даже не понимаю, как они там стоят. Как им там места только хватает. Так, нате вам еще с пулеметов побольше. Так, ну что там, где там луна-то? Во-во-во, наконец-то, посмотри назад. Сзади же потихоньку солнце Ура! Начинает вставать. Скоро тут такой пожар от зомбаков начнется. Все начнут гореть, и все, просто никому не поздоровится. Ну а чего вам получаете так? Это была самая-самая неожиданная серия из всех, наверное. Я не ожидал то, что такое будет. Я успел колючки расставить вокруг нашей базы. А я только перпиляторы подрубил, как бы, и все. У меня там вентиляторы дуют, они всех сносят, по-моему, более... Да, а что не сносят? Я не понял. А, нет, более-менее все-таки кого-то они там сносят. Ой. Ладно. Да, наконец.
сразу совет уже. Давай, давай, давай. Сейчас главное то, что всю эту толпу зомбаков нужно добить. Если добьем, то считай, мы сегодня с тобой победили. Но я уже устал постоянно тут. Я просто на одном месте всю серию стою, получается. И у меня, да, у меня никуда вообще смысла нет куда-либо идти, потому что их тут такая куча. Ай, собралась. День, что день ж ты, уже гад такой? Начинается. Сейчас этих снайперов, скелетов, блин, тут подстреливаю всех. Пошел нафиг отсюда, блин, стрелять вы меня еще будете. На тебе, а как, распадайся. Скелеты из. Плит на гробных вылезает. Как это получается так? Я не знаю, полночь в Майнкрафте наступила, и, видимо, какое-то проклятие в этом месте есть. Сколько опыта, я да, хочу, ой-ой-ой, я они все гореть, смотри, они все гореть начали, все. По-моему, мы с тобой сегодня победили все-таки, несмотря на то, что... Ой-ой-ой, несмотря на то, что это было действительно очень сложно, но мы с тобой, по-моему, сегодня все-таки, надеюсь, станем сейчас... Победителями, боже, как у меня. У меня Майнкрафт вообще очень-очень плохо. Майнкрафт у меня себя очень плохо чувствует, потому что тут настолько много всех, что у меня просто Майнкрафт тоже гореть, по-моему, начинает потихоньку. Ух ты ж, что тут снизу происходит? Я даже боюсь на это смотреть. Нубик, ты как там? Я... Живой? Я здесь. Я добиваю всех, кто к твоему дому идут, потому что они почему-то все вдруг на тебя начали нападать. Потому что так, я ниже спустился. Вот наверное. Эту толпу зомбаков тоже надо как-то валить. Смотри, это что здесь происходит снизу. Да невозможно так, вообще. Сейчас нате вам... Получайте все, получайте. Так, давай. Слушай, я ем яблоко и спускаюсь вниз. Все, по-моему, скелеты кончились, нам бояться больше нечего. Пойдем вниз. Пойдем вниз с тобой, сейчас мы всех тут повалим. Аккуратно, только вот эти маленькие нубики-зомби, короче, они очень быстрые, прям... Я знаю. Как ты, короче. Ой, ой, смотри, смотри, за тобой, череп! За тобой, да, бежит что-то. Череп бежит. Это так, бежит. Я яблоко ем, сейчас, секунду. Так, нате вам. О, мелкий-мелкий бежит. Нате, мелкий, получай. Мелкий, так, да. На тебя, добиваем, добиваем, вот добиваем, тебе, добиваем. Чебупель маленький. Да-да-да, правильно, 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 давай, стреляем, добиваем их до конца. До конца, до самого я конца, вот так вот. Я хочу подойти. Слушай, погоди, погоди, давай, давай вместе насчет. Ой, давай сначала добьем, потом к опыту подойдем, ладно? Не подходи пока что туда. Я просто хочу посмотреть, насколько там много опыта. Мы с тобой просто, наверное, там даже друг друга не увидим. Так, Нубик, давай, вон там их немного еще спереди осталось. Давай, смотри, съем. Только меня не стреляй, короче, а то это попадешь еще, это вообще опасно будет. Так, да. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Внутри здания еще прячется немного. Сейчас их добьем, и все будет великолепно. Так, ну-ка, 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 кто у нас там о, прячется? Я видел то, что от меня скелет бежит. Все, я захожу, я прыгаю в опыт, в бассейн из опыта. Вот так вот. Ух ты! Просто какая-то сфера разноц. Ай, скелеты! Все, завалил. Ай, еще один. Завалил. Нате. А мне опыт. Уйди, уйди, уйди. Блин, ты меня... Я в тебя чуть не попал. Нубик, не бегай у меня перед носом, только, пожалуйста. Вообще ничего не вижу. Ой. Ничего не вижу, я вообще ничего не вижу. Так, еще кто-то у меня опыта стреляет. Много. Нате вам, получайте скелет. Откуда вы только появляетесь? Я не понимаю, что происходит вообще. Ай, я весь так. В опыте. Я тоже. Тут капец очень много всего происходит. В общем, друзья, вот такая сегодня серия обороны башни получилась. Честно говоря, просто мы даже не представляли, что из этого кладбища действительно в полночь начнут появляться зомбаки, но как оно получилось, так оно получилось. Вот, вот кстати, так, скелеты еще продолжают да, появляться. Там скелет вот. Лучник был. Я бы застрелил. Всем удачи, хорошего настроения, увидимся в следующей серии и пока-пока-пока. Пока-пока, друзья.